Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. А у Джина из группы BTS 15 ноября выйдет альбом под названием Happy. Альбом еще не вышел, но уже вышел предрелизный трек. Ну и клип, разумеется, тоже, иначе бы я здесь не сидел, если мне что-то не заказали. Песня называется I'll Be There, сейчас на нее отреагирую, ничего такого особенного не ожидая, потому что все-таки это предрелиз, а не заглавочка. Ладно, перед началом реакции, как всегда, лайк. Это, я думаю, вам не сложно, по крайней мере, очень надеюсь, не забудь поставить лайк, еще потом нажмете. Ну, а подписаться на YouTube, на ВКонтакте, на Дзене, где вы там находитесь, а желательно вообще на всех сервисах сразу же, которые у вас есть регистрация, это мне будет еще более приятно. Ну, и у меня есть Boosty, на котором меня можно поддержать. Каналу этим очень-очень-очень сильно помочь, если прямо вот там подписаться и за какой-то пледж обязательно. Ладно. Поблагодарю всех, кто меня поддерживает там. Пока основных спонсоров. Это Антон Балюц, Илья Просин, Гор, Денис, Анастасия, Дин, Евгений Ерин, Джей Джей и Полина. И давайте слушать песню Джина «I'll be there». Я буду там, видимо. 3, 2, 1, поехали. Записывается? Все записывается. Чудно. Чудно. Ну, что-то латароковое, видимо. Оно веселенькое, уже сразу видно. Мне почему-то это куплет что-то чуть-чуть напоминает. Фига там все не азиаты, его группа. Он будет там, с тобой. I'll be there for you, sing for you. Молодец, кому-то повезло. Кому он там будет петь? Ну да, девчонки шли по улице и убили Джина внезапно. Заводная песня. Опять же, приятная песня на корейском. А то бывает очень много английских песен. Собираются преимущественно, судя по всему, американцы причем. Ну и хорошо. Этот чувак вообще на Клинта Иствуда довольно похож. И все балдеют. Место выбрали хорошее, такой пустырь яростный, мост какой-то, такой очень будет позаброшенный, хотя вряд ли. Конечно, мусора очень много валяется, но если грамотно его снять, это кажется милым. Хотя нагадили здесь, конечно, караул. Даже странно, что 10 люди разошлись уже. Он себе, скорее всего, их навоображал. Один спел и довольно убегает. Без группы, без гитары, без всего вообще, без микрофона даже. Ну, что бы не побеситься под мостом. По-моему, для предрелиза это очень хорошо, потому что он сразу создает такое положительное очень настроение. Он такое веселое, бодрое. Это не тот стиль, который я прям активно слушаю и добавляю в плейлисты. Не добавлю. Но вот по нее там хочется даже как-то двигаться, уже пританцовывать и так далее. И если бы она где-то пела, играла, разумеется, и я бы увидел шоу по улице, там Джин поет, натурально, я бы такой, здрасте, сюда можно, я такие, сейчас нагримируем, и вперед с песней. Я такой, хорошо, я подожду. Ага, все, можно? Можно. Я бы, скорее всего, пошел с этими товарищами, там, прыгал, танцевал, потому что почему бы и нет, оно реально заводное.
Давайте послушаем. Если вы сейчас не реагируете и находитесь в месте, где нужно прыгать, то прыгайте и танцуйте. Прям динамичная-динамичная, позитивная, капец. Если бы у меня здесь были палочки, я бы ими стучал. Она таки поднимает настроение, эта песенка. Он еще так sing for you внимательно смотрит в экран так. Это смешно. Такой модельный пост бы принимал. Чудесно, я считаю. Ну понятно, почему девочки с ума сходят. Господи, намусорили, намусорили, это ёлки-палки. Но этим странным людям не понравилась песня совсем, и они все разошлись. Более того, и музыканты сбежали, нехорошие люди. Остался один Джин. Потрясающе. Ну, то есть, опять же, повторюсь, песня не в таком стиле, который мне прям мое, но вот в этом жанре прям очень хорошо, очень позитивно, очень весело, очень бодро, опять же, по-корейски, ну, изрядная часть песни мне это почему-то очень нравится, при том, что вот такой антураж абсолютно не корейский, антураж такой американский скорее. Вот, по-моему, здорово. Как вы считаете? Посмотрим, что у Джина будет на релизе альбома. Будут ли еще какие-то предзаглавки, предрелизы. Не знаю. Мы будем надеяться на это. Все. Всем спасибо. Всем пока. Лайк, подписка. Если меня поддержите на Boosty, я буду очень благодарен. Буду также плясать, как пляшет Джин. Вот. Как-то так. Всем пока.